Привет, ребята, опята! В руках у меня укулеле. А, меня же зовут Дарья, точно, еще раз. Привет, ребята, опята! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый... Разбор на укулеле. В последнее время мне очень сильно понравился новый альбом группы Пошлой Молли, поэтому я не могла пропустить такое событие и разберу сегодня песню из нового альбома, а именно Клеопатри. Ну а перед началом этого ролика я напоминаю тебе, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. И именно ты, дружок-пирожок, можешь помочь мне достичь эту цель. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться на настоящий панк-рок! Поп-панк, поп-синти-поп, что это? Короче, пошли учиться. Клеопатри, на-на-на-на-на, молочный шоколад, ножи поцелуй меня в лунном танце, кружишься, my love, кто я против твоих чар? Я твой мальчик, сказку прочитай, смелее, ну давай, мне два бедра говорят, дай мне просто похитить тебя из твоего ларца. Разбор на укулеле. На самом деле песня очень интересная по исполнению рисунка в правой руке. Левый, как всегда, базовые аккорды, как раз мы с них сейчас и начнем. Первый аккорд, аккорд ЕМ. Зажимаем первую струну на втором ладу, затем вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Второй аккорд, аккорд С. Зажимаем просто первую струну на третьем ладу. Третий аккорд, аккорд G. Зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. И последний, всеми вами любимый, аккорд D. Зажимаем четвертую, третью, вторую струну на втором ладу. Кому сложно играть аккорд D? Для начала посмотрите вот этот видос про аккорды, если ты до сих пор не посмотрел. А кому сложно играть всеми тремя пальцами, попытайтесь сыграть это через баре. Ну, то есть первую мы будем глушить и играть... Четвертую, третью, вторую через баре. Не очень удобный способ для меня, потому что я привыкла играть так. Ну, кому сложно играть так, попробуй через баре. Про баре у меня тоже, кстати, есть видос на канале, обязательно посмотри. Вот, это все наши с вами аккорды, и причем они будут постоянно в этом же самом порядке. То есть ЕМ, С, G, D. Еще раз. ЕМ, С, G, D. Песня у нас с вами начинается с припева-вступления. Первые 4 строчки мы будем с вами играть следующим рисунком. 4, 3, 2, 1 струны вместе и делаем заглушку. Причем я заглушку делаю в начале грифа, чтобы был такой характерный стук. Кстати, важный момент. Не нужно далеко отводить, во-первых, руку, да? И второй момент. Не нужно вырывать струны. То есть вот тут должна быть гармония вашего щипка и вашего глушения. Отдельно можете потренироваться, если до сих пор не умеете так делать. И этот рисунок мы с вами будем играть один раз на один аккорд. И получается... Эти 4 строчки с пением. Клеопатри, на-на-на-на-на, молочный шоколад, ну же поцелуй меня в лунном танце, кружишься, my love, кто я против твоих чар? Ну а на остальные строчки припева мы с вами будем играть бой. Бой будет следующий. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Причем мы его будем делить на 2 аккорда. На первый аккорд будет вниз, вниз. На второй вверх, вверх, вниз, вниз. Причем мы конкретно этот бой будем на протяжении всей песни делить на 2 кусочка. Первый кусочек, второй кусочек. Имею в виду, если я сейчас буду говорить, на какой-то строчке мы играем этот бой, значит, он по умолчанию будет делиться на 2 аккорда, хорошо? Теперь соединим мы с вами остальные строчки припева. Единственное, на слова «из твоего дворца» мы будем играть на G и D по удару вниз. Твоего дворца, я твой мальчик, сказку прочитай смелее, ну давай, мне твои бедра говорят, дай мне просто похитить тебя из твоего дворца. Полностью припев. Клеопатри, на-на-на-на, молочный шоколад, ну же поцелуй меня в лунном танце, кружишься, my love, кто я против твоих чар? Я твой мальчик, сказку прочитай смелее, ну давай, мне твои бедра говорят, дай мне просто похитить тебя из твоего дворца. Разбор на укулеле.
Теперь куплет. На первые 4 строчки мы также будем продолжать играть этот рисунок, но уже без глушения. То есть у нас звук будет и уходит вдаль, да? Один раз на каждый аккорд, за исключением аккорда D, на слова ты всю себя тратишь. Там мы сыграем его 2 раза. Погнали, теперь это все соединим. Движение платья, скрываться не надо, ты все себе тратишь. Тебя потеряю, не вижу завтра, малышка, ты знаешь. Далее на 4 строчки мы с вами опять играем тот же самый бой, при этом, напоминаю, да, делим его на 2 аккорда. И получается... В моих объятиях, в моих объятиях, пушистая лама. Он так поет, если что, это Кирилл так поет, я как бы вам показываю, да? Ма. Лови этот ритм, губами, губами, ты проиграла. Да, на «и ты проиграла» сделаем удар вниз, будет покрасивше, да? И потом на 4 строчки со слов «улетишь» до слов «мини-бар закончился уже», на каждый аккорд мы с вами будем играть по одному разу. Получается, улетишь, оставишь сладкий след, пепел на отельной простыне, сердце тупо жарится в котле, мини-бар закончился уже. Потом на 2 строчки «выключи свет», уже «выключи свет», и «тебя меня нет, это только во сне», мы с вами будем играть на каждый аккорд 2 раза удар и заглушка, то есть... Выключи свет, ну же выключи свет, тебя меня нет, это только во сне. Ну а далее на последние вот эти строчки, лови этот ритм губами, губами, ты проиграла. Также один удар вниз на каждый аккорд. Лови этот ритм губами, губами, ты проиграла. Теперь давай полностью соединим этот куплет. Движение платья, скрываться не надо, ты всё себе тратишь. Тебя потеряю, не вижу завтра, малышка, ты знаешь. Ты в моих объятиях, ты в моих объятиях, пушистая лама. Лови этот ритм губами, губами, ты проиграла. Улети, оставишь сладкий след, пепел на отельной простыне, сердце тупо жарится в котле, мини-бар закончился уже. Выключи свет, ну же выключи свет, тебя меня нет, это только во сне. Лови этот ритм губами, губами, ты проиграла. Далее мы с вами повторяем тот же самый припев, но теперь мы будем играть его полностью боем. И получится. Клеопатри, на-на-на-на, молочный шоколад, ну же поцелуй меня в лунном танце, кружишься, my love. Кто я против твоих чар? Я твой мальчик, сказку прочитай, смелее, ну давай. Мне твои бедра говорят, дай мне просто похитить тебя из твоего дворца. Если тебе понравился этот разбор, то можешь поставить свой лайк, также написать в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Можешь поделиться этим роликом со всеми фанатами пошлой Молли. И напоследок я тебе напоминаю, что ты можешь теперь все мои труды и старания поддерживать на Бусти. Вот, например, эти ребята уже это делают, получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!